Хороших новостей ждем из Казани. Там на следующей неделе стартует международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Белорусская сборная отправляется на турнир уже сегодня. Заранее, чтобы адаптироваться и потренироваться непосредственно на месте соревнований. Дома подготовка к финальной части первенства участников продолжалась, даже когда ровесники наслаждались каникулами. И теперь белорусы готовы показать себя. Наша команда, напомню, выступит в 33 компетенциях, начиная от технологий строительства, заканчивая промышленным дизайном. Мы все же, если участвуем в конкурсе, то мы видим цель глобальную – побеждать. Потому что действительно, если мы начинаем добиваться здесь результатов, знают о нас, повышается престиж страны, повышается престиж национальной системы образования, воспринимается и наша экономика уже по-другому. Конкуренция у белорусской команды серьезная. В Казань приедут представители 63 стран. Впрочем, победный опыт у нас есть. Медали были на аналогичных чемпионатах в 2015 и 2017 годах.